22-летняя Кайли Дженна, устроила провокационную фотосессию со своей старшей сестрой, 24-летней Кендалл Дженна. Американские модели показала интересные образы на популярном курорте. Участницы скандального шоу семейства Кардашьян вместе отдыхают в райском уголке нашей планеты. Они проводят отпуск на Багамских островах. Родственницы захватили с собой сексуальные купальники, чтобы радовать фанатов новыми яркими снимками. Сестры Дженнер показали соблазнительный фэмили-лук. Они позировали в дерзких манекене с тропическим принтом. Пикантные вырезы купальников с кольцами подчеркнули женственные изгибы их фигур. Знаменитые инстадивы сделали одинаковые прически и собрали волосы наверх. Макияж девушки выбрали в сочных золотисто-коричневых тонах. Кендалл поделилась откровенными пляжными кадрами. Она позировала на шезлонге. Светская львица выбрала максимально открытое бикини на завязках. Крошечный наряд едва прикрывал интимные части ее тела. Звезда подиума прикрыла голову от палящего солнца широкополой соломенной шляпой. Дженнер запечатлела себя и в отельном номере. Она принимала выгодные позы, хвастаясь точенными формами. «Я — это бикини. Это любовная история», — отметила популярная брюнетка. Поклонники остались в восторге от эротической фотосессии признанных красоток. «Но огонь можно обжечься, ух, какие, одна другой краша, глаза мои слепит ваше сияние, горячие сестрички. Очень красивые, вы неотразимы, идеальные», — написали фолловеры. Кайли удивила фанатов заметно увеличившимся бюстом. Звезду бьюти-индустрии заподозрили в пластике. Инстадива показала результат эксперимента с оригинальной прической. Дженнер вернулась к рэперу Трэвису Скотту, отцу своей двухлетней дочери Сторми.